В дежурную часть отдела полиции Центрального района поступило заявление от управляющего ювелирным магазином. Сообщалось, что неизвестный, войдя в магазин, схватил с пола огнетушитель и разбил им витрину с золотыми изделиями. Сотрудник частной охранной организации вместе с продавцом смогли задержать мужчину и предотвратить ограбление. Злоумышленником оказался 44-летний житель Ростовской области, который странным образом объяснял свои поступки. Охранникам были задержаны. Да. И не смогли ничего похитить, да, золото? Я не собирался даже туда. Вы вчера на видеозаписи заявили, что у вас цель хищения. Отдать людям, забрать и отдать людям. Кому, каким людям? Ну, народу. В том числе и себе, да? Нет, к себе я же... Понятно. Психиатрических лечебниц где-нибудь лечились? Нет, я хотел бы привлечь общественное мнение к себе, чтобы, потому что несправедливость ко мне. Не могу работу найти, и социальные проблемы, и прочее. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Преступление удалось предотвратить благодаря четким и грамотным действиям представителей охраны организации в ювелирном магазине. В настоящее время в отношении мужчины уже возбуждено уголовное дело, он взят под стражу. И мы хотим отметить, что наличие физической охраны в подобных магазинах и организациях резко снижает возможность подобных нападений.